Подъехали у нас Cherry Tico 7. Новенький. Обалдеть, тут под кожу все, кожаная, с прострочечкой, слегка лакшери. Интересная машинка. Так, ну что, поехали. Пробные. Че, погнали? Да? Давай, ребят, давай, поехал тогда. Так, едем. Автосалончик. Cherry Tico 7. Ну да, интересная модель. Интересно. Такой табло здесь. Ну, будет обзор, обязательно изучим здесь более досконально все. Агрегаты. Прикольно, да. Ладно, не буду отвлекаться, сейчас надо будет парковать, так что давай, всем пока. И серые. Серебристые. И две белых. Это черненькая. Черная отлично смотрится. Сейчас также поедем загонять. Короче. Снимешь. А ты не проверил, Саня, багажники? Обязательно проверяем с автовоза наличие всех знаков. Это ключ на месте, заправка на месте, запаска, докатка. Да, у меня здесь сейчас обзор. Зеркала, да? Камера стоит. Камера заднего вида, еще что? Камера. Да, еще 360 обзор. Да, здесь обзор 360. Обалдеть. Будем смотреть сейчас, как там что сделать. Погнали с синенького. Проще говоря. Тоже интересно цвет смотрится. Так. Проверяем. Хромированные ручечки. Опа. Все на месте. Кратики. Кнопочка закрывание, открывание. Ага, ага. Так, вот. Мордашка у нее такая симпатичная, конечно. Сейчас покажем двигатель. Двигатель Акутеко. Сейчас мы тут манипуляцию сделаем, ставим предохранитель, который вытаскивается. Сейчас заработает камера заднего вида. Не знаю, если солнце не помешает, то мы увидим обзор 360. Так, вот зеркала автоматические.
Так, ну-ка, камера заднего вида. Предохранитель вставили, да? Вот, 360, да? Ты смотри-ка, а. 360 градусов показывает. То есть камеры стоят в зеркалах. Обзор получается 360 градусов. Обалдеть. От китайцев. Да. Ну, ручничок стоит. Все, погнали.